у 7-месячной Герды новый дом, и теперь есть хозяин. Житель Саратовского района приехал в собачий приют, чтобы выбрать животное для частного дома. Нового хвостатого друга очень ждет его внучка. Забираю. Теперь здесь комфортно жить собакам и работать тем, кто за ними присматривает. Пункт содержания бездомных животных за несколько месяцев перепрофилировали в приют, полностью соответствующий требованиям нового законодательства. Здесь возвели вольеры, оборудовали карантинную зону, стационар, операционную. В приюте рассматривают несколько вариантов помощи бездомным животным. Один из самых распространенных – программа «Отлов, стерилизация, выпуск». Ей могут воспользоваться те, кто прикормил возле дома бездомное животное. Стерилизация собаки и выпуск опять стерильного питания там, где ее кормят, где ее ждут. О судьбе бездомных собак начали говорить в феврале на встрече председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с жителями микрорайона «Авиатор». После состоялась встреча с зоозащитниками. Готов помочь в создании приюта на 300 собачек. Выработали позицию и проговорили о том, что Вячеслав Владимирович поможет со строительством нового приюта почти на 300 голов бездомных собак. А мы со своей стороны, как муниципалитет, приведем в порядок существующие. После того, когда будет построен второй приют, произойдет некий баланс, выстроится система оборота вот, бездомных собак. Мы посмотрим, соберем общественников, поймем картину в городе, достаточно это или недостаточно. С начала года специалисты питомника нашли хозяев для нескольких десятков собак. Фото и истории животных они размещают в социальных сетях и на сайте Дорстроя. Помогают волонтеры. В основном отдаем в частные дома. На даче и на стройке не отдаем. С середины июля в приюте будет работать ветеринар. И забирая собаку, можно быть уверенным, что она будет стерилизована и привита от бешенства.